Святой для всех нас день, символ величия, силы, духа нашего народа. 67 лет назад был разгромлен фашизм. Советская армия вынесла на своих плечах основную тяжесть борьбы с фашизмом, освободила родную страну и возвратила мир всем государствам Европы, фронтовикам. Вы не искали славы, насмерть боролись с врагом, не думая о себе. Слова огромной благодарности пусть прозвучат сегодня и в адрес тех, кто ковал великую победу в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. Наш тыловой город принял и разместил 27 эвакуированных предприятий, которые в кратчайшие сроки после установки привезенного оборудования сразу же начинали выпускать продукцию. Города выросла с 90 тысяч человек до 130 тысяч. На заводах и стройках стали работать преимущественно женщины и подростки. Они быстро обучились новому для себя делу. В любую погоду. Победы! Почти всех вас поименно назови. Стиха и песня, подвиг ваш воспетый во имя мира, счастья и любви.